будет вот этот монтаж новых экспозиций, обновятся наши многие помещения? Нет. У американского психоаналитика Бенджамина Килберна, автор книги по психоанализу стыда, есть любопытные суждения. Русскую музыку и русскую литературу пронизывает ощущение тоски. Это одна из причин, которая делает ее столь пронзительной и столь сильной, является стыд. Слушаясь в этот мотив мировой литературы, сознаю, что особенно пронзительно и сильно он звучит в художественном мире Достоевского. Опыт и переживание стыда составляет основу нравственного бытия и становления самосознания чуть ли не всех его персонажей, даже соровников, даже бессовестных и бесстыжих. Одни в этих переживаниях как бы возвращаются к метафизическим истокам стыда, к тому первородному чувству, которое Филон Александрийский трактовал так. Это нынешняя наша природа, наше грубое биологическое состояние, столь отличное от прозрачной райской телесности. Другие персонажи переживают стыд как бы при снятии всех покровов, с чувством той абсолютной наготы, с которой мы когда-то предстанем перед страшным судом. Словарь языка Достоевского отличает постоянное расширение лексических репрезентантов морального дискурса и неуклонное повышение их частотности. Так, например, частота словоформ «совесть» и «стыд» уже в первом произведении Достоевского многократно превышает этот показатель в текстах его предшественников и современников. У меня выборка по всей русской литературе до Толстого, включительно первые тома «Войны и мира». В мучениях совести и переживаниях стыда открывается герой бедных людей, его природа и собственное положение в мире людей. В его признании Вареньки, что у бедного человека тот же самый стыд, как у вас девичий, Сергей Георгиевич Бочаров видит ключ к их фамилии Девушкин, значение которой уводит к изначальным истокам истории, их мотивам наготы и половой стыдливости, как следствие пережитого грехопадения, и к мотивам, да, иные подходы к истолкованию библейских коннотаций этого эпистолярного романа мне видится в словах Тютчева. Ах, Писание! Ужасное зло! Оно как будто усиление материи, как будто второе грехопадение злосчастного разума. Первый же герой Достоевского, этот смирненький и тихонький титулярный советник сердцем овцы, учившийся на медные деньги по собственному признанию темный человек, глупый человек, совершает тот подвиг познания добра и зла, который определит судьбу самого писателя. Формирование слога и в обретении слова рождается новый человек. Сердцем и мыслями новый Макар Девушкин, с трагическим сознанием своей свободы, своего одиночества, но с таким уникальным чувством развлечения добра и зла, как совесть, особенно в таком драматическом ее проявлении, как стыд. В начале романа Девушкин переживал стыд лишь от своего несоответствия требованиям и ожиданиям общества. Чай не пить как-то стыдно, где все народ достаточно, так и стыдно. Ради чужих пьешь. Стыд несоответствия вне морали. Его порождает не совесть, а страх перед общественным осуждением, утратой репутации и другими репрессивными санкциями. Стыд не быть, как все, искажает его образ и речь. Лишает слова Девушкина самостояния и достоинства. Это, по выражению Бахтина, корчащееся слово с робкой и стыдливой оглядкой. И только в своем писательстве, как в опыте исповедального самопознания, Девушкин начинает переживать уже не стыд за себя перед обществом, но стыд за себя перед самим собой. Если стыд, внушенный обществом, приводит к самоуничижению и к самоотрицанию, то стыд перед самим собой пробуждает в нем духовное достоинство. Формирование слога у Девушкина приходится на то время, когда он, по собственному признанию,
стал вдвое более прежнего совеститься и в стыд приходить. Именно эти приметы духовного пробуждения и свидетельствуют о начале восстановления в нем человека. Поистине это писательство и при свете совести, и в озарениях стыда. В петербургской поэме «Двойник» частотность словофоры с корнем «стыд» возрастает почти вдвое. И прежде всего потому, что контрапунктом к мотиву стыда здесь выступает мотив бесстыдства. В лексике морального дискурса маркером героя становится стыд, а у его антипода – бесстыдство. Так чисто лексическими средствами моделируется концепт двойничества, определяемый также как архетип тени. Тень – это антиэго, это не я во мне. Это, как сказал господин Галеткин, мой ужас, мой стыд, мой кошмар. Одним словом, сам господин Галеткин. Но признать этого мы не хотим. И всячески пытаемся этот постыдный образ изгнать. О том, что изгоняемое я может вернуться, и заявив о своих правах, еще и потягаться с нами, и предупреждает психоаналитическая поэма «Двойник». Галеткин-младший характерный герой петербургского текста русской литературы. Демонический фарсовый двойник культурного героя и моралист-трансгрессор, апологет бесстыдства. Идеология и стратегия бесстыдства получает здесь выражение во многих образах и мотивах. Дерзости бесстыдства, приемов, возмущающие душу бесстыдства, самозванство и бесстыдство, бесстыдство наглости, возмущающие душу фамильярность и так далее, и так далее. Я сокращаю большой. Отсутствие всякого стыда, чувства сострадания и совести восполняется у двойника нестерпимым нахальством и грубостью, как бы уступая своему двойнику. Уже и сам Галяткин готов признать стыд ложным чувством. Без ложного стыда скажу вам, Яков Петрович, мне даже приятно будет открыть, что я заблуждаюсь. Капитуляция. Без стыда, без ложного стыда готов этому признаться. Я совсем заблуждался, Яков Петрович, говорит он далее. И что с моей стороны я совершенно без ложного стыда. В двойнике впервые появляются такие репрессивные речевые акты, как пристыживание. Настоятельное взывание к чувству стыда, обращенное от высшего к низшему, чтобы вызвать в нем чувство вины. «Стыдитесь, сударь, стыдитесь», — проговорил Андрей Филиппович полушепотом с невыразимой миной негодования. Обычно приступы стыда Галеткин переживал как телесное испытание. Он сгорал от стыда, вспыхивал как огонь, сгорал от стыда окончательно, горел на мелком огне и замерзал в одно и то же время. С катастрофическим развитием этой плачевной совести переживание стыда уже приводит Галеткина в исступление, в отчаяние, в ужас. При чувстве неизбежной отверженности он еще раз ощутил стыд. Это было последнее проявление его угасающего сознания и помраченной души. Грудь его теснила, дух занимался. Было как-то стыдно и грустно. Вот, по-моему, самая человечная интонация во всем двойнике. В образе героя рассказа про Харчин угадываются некоторые типологические черты подпольного. В их экзистенциальном небытии его 20-летнего пребывая за творчество за ширмами, в его молчании глухого непроницаемого уединения происходит неизбежная атрофия совести. Ведь совесть – это прежде всего согласие. Гласа внутреннего и гласа внешнего. Гласа человека, человечества, Бога. Поэтому Прохарцев не боялся ни стыда, ни людских пересудов. Его несостоявшаяся исповедь объясняется не столько болезнью, сколько несостоявшимся нравственным пробуждением. Невозможно без переживания стыда и покаяния. Стыд и выступает как процесс бессознательного покаяния. Прохарчин же не кажется, он только просил возвращения в людскую семью, чтобы добрые люди сберегли, защитили, накормили, напоили его, в беде не оставили. И умирает он не только без покаяния, но и без всякого чувства вины. Будто он не пускался на штуки, как сказано в последнем поминальном слове рассказчика, чтобы надуть и провести всех добрых людей без стыда и без совести неприличнейшим образом. Вот в этом пункте я не согласен с автором замечательной работы. Сегодня это исчерпывающая работа по Прохарчину. Я имею в виду
работу Натальи Викторовны Черновой. Вот, но вот в этом пункте возможности у него пока я не вполне согласен. Сознание Катерины из повести «Хозяйка» нравственность не сводится к опытам переживания стыда, а стыд вовсе не является высшим проявлением совести. И самого слова «совесть» в этом достаточно объемной повести нет. Как приговор внутреннего морального суда, она может принять стыд, а может и отклонить. Буду к тебе приходить, коль захочешь. Миловать тебя буду, и стыда на себя не возьму. Стыд можно и вообще отменить. Меня в сердце прими, как сам сделай так, чтобы меня стыда не было. Неотменимому моральному императиву здесь противопоставлен моральный волюнтаризм, а божественной воле, своеволие жадного сердца, как она сама его определяет. Чувство стыда коренится в переживаниях ее страстной души, прежде всего рокового влечения к разбойнику и душегубу Мурину. «О том мне горько и рвет мне сердце, что позор и стыд мой самой бесстыдной, бесстыдной мне люб». С Муриным ее сближает и общая природа бесстыдного смеха. Вот Катерина Грозно смотрит печальные очи матушки, а у самой смех с губ не сходит бесстыдный. А вот в торжестве своей бесовской власти над Катериной обнаженным, бесстыдным смехом уже смеется Мурин. Только встретив Ордынова, Катерина пережила тот целомудренный стыд, когда в первинке скажется в груди одинокое девичье сердце. Тот был глуханный стыд любовницы за первую краску в лице. С Ордынова испытала она и тот огненный жар, который по забвению первого стыда давит девичью грудь и гонит в лицо румяную кровь. Другой стыд. Исповедальное переживание стыда – это род душевной терапии. В его пламени и пыталась сжечь Катерина свои греховные чувства. Первое, что обнаружил рассказчик выражение лица комического мученика Ползункова, каким он его воспринял, был стыд. Сложная природа этого стыда открылась в тех чувствах и ощущениях, которые сопутствовали ему. И ложная наглость, и досада, и гнев, и робость за неудачу, и просьба о прощении. Особенно разжигало его стыд одновременное переживание двух несовместимых состояний, которые рассказчик определил как сознание собственного достоинства и полнейшее сознание собственного ничтожества. Нравственная максима «возлюби ближнего» у Ползункова обращалась в готовность угодить ближнему, добродушно и бескорыстно сделав подлость по первому его приказанию. При этом совесть у него памятлива, а память совестливая. Эх, господа, припомнить только так совестно станет. Ползунков способен ощутить даже метафизический стыд, пробуждающий сознание собственной греховности и страх перед ней. Самому стыдно стало. Так что стоишь со страхом и думаешь, как такого грешника такое место святое на себе держать может? Глубокое суждение, что мерой души является именно совесть, автор вложил в уста персонажа второго плана, супруги начальника и благодетели героя Марии Фоминичны. С неожиданной проницательностью она открыла причину и телесной хвори Ползункова, и его нравственных терзаний. «Видно, совесть твоей душе не по мерке пришлась». В рассказе «Слабое сердце» прилагательное «стыдно» упоминается дважды и определяет оно чуть ли не врожденное чувство маленького человека. Ему даже стыдно стало за себя. В рассказе «Чужая жена и муж под кроватью» есть две супружеские сцены, отмеченные риторикой пристыживания как поругания. Одна – воля в мягкой форме. «Какие глупости вы говорите сегодня? Стыдитесь, пожалуйста». Другая – значительно жестче. «Стыдно, сударь мой, какой вы муж!» Репетиционная стратегия этой риторики сводится к тому, чтобы судил и карал себя сам пристыж. Стыд процессуален и драматичен, то есть действенен. И в речевой синтагматике Достоевского слово «стыд» всегда занимает сильную позицию, как доминирующее чувство, порождающее другие переживания и ощущения. Описывая массовое переселение петербуржцев на даче, почти как возвращение в покинутый рай, мечтателю становится стыдно,
обидно и грустно. В линейной развёрстке этот сложный комплекс одномоментных переживаний можно представить так. Стыд собственной отверженности вызывает у мечтателя обиду на людей, осознание их отчужденности – грусть. Когда Настенька в выступлении признавала жильцу, что не может без него жить, все разом говорило в ней – и стыд, и любовь, и гордость. Состояние исступления вызывает у нее стыд, а сопротивление, в сопротивлении стыду крепнет голос любви, а преодоление стыда любовью вызывает гордость. В этих приемах уже обнаруживаются зачатки той новой техники письма Достоевского, которую можно определить как стенографию духовно-душевных актов. Извините, пожалуйста, Владимир Александрович, я второй раз повторяю этот термин в этих докладах. В незавершенном романе «Ниночка Незванова» впервые возникают различные мотивы детского стыда и восставшей совести. Здесь начинает складываться типология стыдящихся детей. Начинают определяться их характерологические черты, ведущие из которых выступает та особая совестливость, которая позволяет услышать в себе голос высшего судьи, смотрящего тебя прямо в душу и знающего тебе все. Недреманное око совести сообщает душе ребенка особую, чуть ли не ясновидческую проницательность. Ниночка вспоминает, как безграничная любовь к отцу и сострадательное материнское чувство к нему вдруг сменилось стыдом за отца. Она переживает этот стыд как трагическое откровение. Я, ребенок, понимала его насквозь и уже чувствовала, что меня навсегда уязвило это сознание, что я уже не могла любить, что я потеряла моего дорогого папочку. Ниночка, первая из героев Достоевского, еще в детстве испытавшая страдания о том, что нельзя уже более любить. В доме доброго князя Ха Ниночка познала и сладость самосуда. Как-то весело было мне ожесточать, мучить, расстравлять себя сердцем. Этот мотив получит у Достоевского длительную и широкую разработку. Знаете ли вы, что можно иметь страсть к угрызениям совести? Спрашивает Ставрогин Шатова. Испытала Ниночка и особую сладость жертвы в недобрых играх княжны Кати. Вот уж замучаю я ее скверную. И стыд мучительного и непонятного эротического влечения к ней. В Ниночке Незваной угадывается прообраз многих персонажей. Тех детей с ущемленным сердцем и случайных семейств, которые чувствуют себя незваными на этом празднике жизни. И уже готовы сказать свое детское «нетушки» всему этому миру. Ну и тех немногих, кто все же способен к духовному возрождению. С мучением и страданиями восставшей совести Ниночка вспоминала свою ожесточенность к матушке. Точно так же другой сиротка Ларя замучил себя раскаянием, укорами и восставил на себя свою совесть, вообразив, что родители умерли от того, что он не любил их. Ниночка уже пережила сполна то, что предстояло пережить 11-летнему маленькому герою, сердце которого было бесчеловечно, бесстыдно уязвлено, а его первый благоуханный стыд обнажен и поруган. Как и Ниночке, другой сиротке Нелли уже в раннем детстве много совершенно недетских впечатлений стали как-то страшно доступны. Как Ниночка и Нелли страшно стыдится и радуется проявлением дарба и любви швейцарская сирота Марии. Как Ниночка переживает стыд брошенного ребенка Надя, дочь Трусоцкого, она тоже была стыдлива и горда. Укорененность стыда в душе ребенка – та сущностная, бытийная черта, которой отмечены чуть ли не все детские персонажи Достоевского. Это стыд ребенка и за себя перед миром, и за мир перед собой. Это стыд своей инаковости, своей малости и слабости, своей бедности. Это страх своих ближних, близких. Это стыд от разлада между сущим и должным, чей идеальный образ все же грезится ребенку. Это стыд невинности перед греховностью мира. И стыд открыть ему свое сердце. Это стыд, бессознательно переживаемый ребенком, как грехопадение, как погружение в собственную преисподнюю. Стыд, определяемый Достоевским как адский,
вызывающие ужас вечного стыда и позора, который предчувствует маленький герой. 11-летний мальчик предчувствует вечный стыд и позор. Что такое слово «вечное» объяснять здесь не надо. Маленький герой, и от которого можно погибнуть в ту же минуту на том же самом месте. То есть порази меня гром. И, наконец, это стыд, как бы процесс познающий себя души. Стыд катарсический, исцеляющий и возрождающий. На эти переживания стыда способны... Варечка, у меня последние странички. Хорошо. На эти переживания стыда способны и взрослые, но лишь те из них, кто еще не до конца утратил невинность детской души. Это, конечно, Макар Девушкин, которому не то что стыдно, а жить совестно. Это добрый до простоты стыдящийся Разумихин, которого Раскольников как-то назвал невинным. Он просто прибавил «невинный болван», но для него невинность просто в тот момент была вот, окрашена. Это князь Мышкин, которому его швейцарский врач поставил диагноз в медицине, называемый инфантилизм. Он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый. Восставшая детская совесть мучит его нестерпимым проливом стыда, почти отчаяние, вызывает в нем жестокий внутренний самосуд. Только он видит Настасью Филипповну живую, страдающую, легко ранимую душу, и что-то доверчивое и удивительно простодушное. По словам рассказчика, можно было, она на самом деле была гораздо стыдливее, нежнее и доверчивее, чем можно было о ней заключить. Застенчивая и стыдливая до самосбродства была Аглая, целомудрен и стыдлив до дикости шаток, а стыдливой кроткой любви и несколько диком, пугливым целомудрии своей гражданской жены Софьи Андреевны вспоминал Версилов. Самым мучительным переживаниями стыда полны записки их сына Аркадия. Подросток – это книга, написанная стыдом. «Из всех моих стыдов самый-самый», – говорит он. Он очень хорошо знает реестр всех своих стыдов. Со своим целомудрием и стыдом боролся кротко, как об этом догадывался закладчик. Дикая, иступленная стыдливость и целомудренность отличала Алёша Карамазова. Последний раз мотив стыда прозвучал в заключительной сцене братьев Карамазовых. Напутствуя детей в будущей жизни, Алёша пожелал им не только великодушия, смелости, мудрости, но и стыдливости. И будем такими же стыдливыми, но умненькими, мудрыми и милыми, как Карташов. Алёша как бы напоминает слова Христа о духовном смысле нерастраченной детскости. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Для автора сна смешного человека счастье по-настоящему возможно, вероятно, лишь на планете возвращенного детства со всем опытом пережитого стыда. Спасибо. Я хотел уточнить, что мой доклад, я об этом сообщил уже поздно Наталье Викторовне, называется «Феноменология стыда и совести в ранних произведениях». Я только в ранних произведениях, потому что иначе на это не хватило бы и все время, всех чтений. Спасибо, Александр Леонидович. Пожалуйста, вопросы. Да. Спасибо вам большое за тщательно подготовленный доклад, замечательно прочитанный. Вы представили замечательную таксономию, вот это чувство стыда. А вначале вы сказали, что вы знакомы, изучали эту проблему на примере других писателей, творчества, других писателей. Как вы думаете, вот эта шкала этого эмоционального состояния приложима к другим русским писателям? Или там будут какие-то изменения? Вы не представляете? Ну, естественно, скоромзина. В русскую литературу, в русскую культуру из первых рук от Канта мы получаем стыд. Он встречается с Кантом, беседует с ним, и Кант сообщает ему просто, так сказать, как неофиту, сообщает ему свое толкование стыда. Карамзин – это замечательно, что у Пушкина здесь вот очень странно.
У Пушкина осознание стыда в первую очередь достаточно редко встречается. Ну, это, конечно, «Капитанская дочка», роман «Воспитание». Просто любой роман, особенно роман, русский роман «Воспитание», он весь построен на переживаниях стыда. Это основное чувство. Я специально заглянул в Вежу. Я заглянул, естественно, в Вильгельма Майстера. Есть переживание стыда, но совершенно иной контекст. Нет вот этой нравственной боли, терзаний, мучений, угрозений, ущербной и так далее, и так далее. Конечно, это действительно правда. Но у Пушкина все объясняется честью. Честь. Совесть и честь, за которую мой пращур на плаке голову сложил. А стыд, очевидно, это все-таки не чувство дворянина. Сознание вот совести и честь. Стыд встречается очень достаточно редко. Еще да. Вопросы? Владимир Александрович. Я тут больше по жанру. Есть один роман, который я вынужден был обойти у себя. Я думал, что я буду вначале. Это, конечно, «Вечерок». Это фантастика. Это энциклопедия стыда. Но это стыд сердца. Это стыд души. Это, как бы сказать, ну, особое совершенно отношение. Это сейчас для меня неподъемный роман. По поводу контекста я вспомнил «Войну и мир», ее часто вспоминаю, читаю этот раз. Помните, старик Болконский говорит сыну, что если тебе он любит, не больно, да. Если ты поведешь не как сын, это древний стыд будет. Да. То есть стыд сильнее даже смерти. Да. Смерть сына пережить – тяжкая вещь, а стыд пережить – это еще это совершенно замечательно. Это тоже есть. Вы знаете, иногда неожиданный контекст. Сын Бовщедрин, между прочим, на этой теме пропавшей совести, пропавшего стыда у нашего времени, так сказать, нашего общества. На этом многое держится. И, кстати, думаю, тут есть переклички с Достоевским, очень интересно. Я думаю, Александр Леонидович, вообще вы какую-то золотую жилу вышли, что касается Достоевского. И, наверное, не надо останавливаться на раннем творчестве. А я бы даже не остановился и не только на художественном творчестве, потому что вот не смотрели вы с этой точки зрения публицистику, но они писатели. Вот полпписьма, напомню, полпписьма одного лица, когда Достоевский, что у нас происходит в обществе, в журналистике, да? Какой рецепт он дает? Да. Приобрети стыд сначала, да. А все остальное приложится. Но дело в том, что... А ты не писатель, собственно говоря. С 70-х годов уже начала бурно развиваться философия апологии бесстыдства. Да. Вот. И у меня 4 огромных папки. Дело в том, что по наивности я заявил там стыд у Достоевского. Когда я начал смотреть, составил конкорданс, я в нем погрузился. Никогда я не испытывал такого отчаяния, такого ничтожества, как при работе с этим докладом. Никогда. Потому что материал... тебя засыпает, и ты перед ним бессилен, ты не можешь. Да. Спасибо. Ну, вот не писатели, закончили сном смешного человека, но да. И сон, и кроткое, они выходят как раз из его публицистики, да. Которые тоже на этом, вот, да. Смотрите, вот это да. Все время подспудная, так сказать, эта тема, ну, стыд-то где? Вот. Поэтому выходит и наружу, и в художественном. Спасибо большое, Владимир Васильевич, спасибо. Последнее, только одну секунду я хотел поделиться с вами одним любопытным соображением. Я дохожу до, я прошел, у меня конкорданс по всему Достоевскому. Я дохожу до записки из «Мертвого дома». Ну, естественно, какой там стыд. Ладно, я это предвидел, чувствую и понимаю. Но нет стыда. И вдруг я нахожу какую-то совершенно случайную информацию. «Железобла». Знаменитый уголовник, единственный, который бежал из Бутырки, где-то там в самых 90-х, в начале 90-х годов, под Филин, Пророк. Это грандиозное совершенно было из Бутырки. Железов. И вот у него есть совершенно потрясающие слова. Он говорит, что человек, попадающий в зону, в тюрьму, не первый раз, второй раз, он совершенно утрачивает сознание, внутреннее сознание.
и стыда, и совести. Это так согласуется с, просто с отсутствием стыда. Свободный человек утрачивает, вот почему надо утрачивать способность стыдиться и совеститься. Свободный, то есть не свободный человек. Это удел свободного человека. Извините меня. Спасибо большое. Так, и еще, подождите, хочется тоже воспользоваться и откликнуться на ваш замечательный доклад. Спасибо за то, что вместе с Петром Михайловичем заставили нас задуматься над этими вечными вопросами. Тема, конечно, и вечная, и интересная. Хотя я не думаю, что совсем уж целина тут, Владимир Александрович. Нет. Вы упомянули замечательную статью Сергея Бочарова «Холод, стыд, свобода». Вот это такая попытка, одна из первых, но глубочайших просто проникновений, осмысления вот этих категорий. Ну и хочется упомянуть еще книгу Деборы Мартинса «Настигнутые стыдом». Тоже вот такой обзор, Дебора Мартинса. Это что-то фантастическое. Вот да. Американская славистика, да, русистика, да. Достоевского видения для меня загадка величайшая. Вот. Столько у нее примеров и такие комментарии. Хорошо, хотя, хорошо. Конечно, Дебора больше как бы с точки зрения социальной, что ли, смотрит на проявление стыда. И у вас это тоже вот, проскочило. Вы вначале сказали, вот, что стыд как бы даже вне морали. Ну а потом вот пошло такое мерцание, стыд, совесть, стыд. Ну, в русской традиции это неразделимые, конечно, проявления вот определенных внутренних ощущений, чувств. Вот без стыда и совести мы же говорим, это все очень по-русски. Вот. И не случайно тут и контекст литературный вспоминали. Вот мне кажется, на этом фоне Достоевский все-таки одним из первых вот так глубоко, вот это чувство стыда отобразил. И вот это чувство стыда, оно у него все-таки и нравственность тоже является. Да, пожалуйста. Я только хотел добавить, что не Сергей Георгиевич Бочаров был первооткрывателем этой темы. Его работа в большой степени открывается на несколько работ. Замечательный, да, сейчас извините, нет Давида на Арутюрова. У нее есть не стыда, не совести, у нее есть большое исследование о стыде. Ну вот, да, хорошо. У меня такое микродополнение. Вот вчера на меня произвело сильное впечатление следующее выражение, которое мелькнуло так в докладе, посвященном современным интерпретациям Достоевского, театральным интерпретациям. Вот оцените, что называется. Значит, самое ценное, что вообще можно выявить в этих интерпретациях, за счет чего они, так сказать, живы, это не мое мнение, это мнение докладчицы, это пикантный сюрприз. Пикантный сюрприз, то есть стыд, совесть и все, так сказать, что над этим нарастает и что за этим открывается, они аннигилированы, их нет. И вот это, мне кажется, очень как-то выразительно, очень как-то безнадежно, что ли. Простите. Спасибо.